Синоптики прогнозируют похолодание. К концу недели температура воздуха опустится до минус 13 градусов по Цельсию. А в некоторых частях республики ожидается сильный снегопад. В субботу дневные максимумы не будут превышать минус 5-минус 2 градусов по Цельсию. А в ночные часы температура опустится до минус 13-минус 10 градусов ниже нуля. В среду, четверг и пятницу на территории Молдовы ожидается снегопад. Вместе с тем, до пятницы, 7 февраля, также в силе остается предупреждение об опасности ледяных образований на водоемах. В связи с этим гидрометеослужба и спасатели сообщают, что лед по-прежнему очень тонкий и призывают население не выходить на него.